нужны терапевтические страны. Я всегда с тобой рядышком была, но просто ты уехал слишком рано. Аня Рогинская стала петь, как только научилась говорить. Судьба не оставила ей другого выбора. Девочка растет в творческой семье. Мама – хореограф танцевально-вокальной студии, а старшие сестры с детства выступают на сцене. Вместе со мной приходилось приходить на уроки, и она все это дело смотрела, наблюдала. Даже был такой период, когда мы делали концертов очень много, и мне приходилось ее носить в слинге. И в люльке такой, забыл, как называется. В общем, она все концерты, все с нами. Все это слушала, впитывала, вникала. Уже 3 года Аня постигает вокальное искусство в студии в культурно-спортивном центре «Мечта» по несколько часов 2 раза в неделю. Но желание серьезно заниматься пением у нее возникло не сразу. Я сначала не хотела это заниматься музыкой. Говорила маме, что это займет очень много труда, очень много времени. А потом, когда маме пришлось меня брать на занятия, то я сразу же на первом занятии, когда она меня взяла, сразу же захотела петь, как только посмотрела, как девочки поют и танцуют. Мне это очень понравилось. Посмотри, какое солнце светит над головой, и внутри летают бабочки, дрожат. Сегодня Аня – одна из самых способных учениц вокальной студии. Проявлять себя она начала с первых занятий. Несмотря на возраст, юная певица к творческому делу относится очень серьезно. Пока ее сверстницы играют в куклы и стремятся на детскую площадку, Аня торопится с мамой на занятия. Аня как раз из всех детей, которые вот уже в возрасте 6-7 лет, уже можно было с ней заниматься по-взрослому. То есть, если какие-то ставишь задачи, она их выполняет. То есть, не ухитряться там находить какой-то игровой форме, как-то там заходить к ребенку с разных сторон, чтобы что-то у него осталось в голове, а именно работать с ней как с профессионалом. В вокальной студии детей учат не только пению, но также преподают хореографию и сценическое движение. Воспитанники школы не раз становились участниками вокальных телекастингов на федеральных каналах. Так, в конце августа руководитель студии Виктория Ягодина подала заявку на участие Ани в шоу «Голос дети». Девочка прошла отбор и сейчас готовится к слепым прослушиваниям. Для малышки это очень волнительно. Мне сказала мама, я очень обрадовалась, удивилась. И перед первой заявкой я очень волновалась, потому что думала, что меня не возьмут. За свою пока недолгую творческую деятельность Аня уже не раз становилась призером различных конкурсов. В феврале 2022 года она выиграла чемпионат России по вокалу. Также в багаже юной певицы победы в проекте «Семь нот Подмосковья», конкурс «Фасиля» и участие в гала-концертах на ведущих площадках столицы. К успехам девочка относится философски. Мне иногда бывает грустно за других, что у них не такое место, как у меня, достойное. Я за них расстраиваюсь, но все равно радуюсь за себя. Полина Толмачева, Фарид Харидинов, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».